Итак, всем здорово. Это Распад. Ух, давно что-то я не появлялся в эфире. И сегодня я подумал, а не проще ли что-нибудь новенькое попробовать? Вот, и... Почему-то не пройти в GameCube, например. Чудесный ящик. Поиграем мы в Rogue Leader Star Wars. То есть, наоборот, Star Wars Rogue Leader. Говорят, что это, насколько я помню, стартовый тайтл. Надо признаться, что я GameCube-то не играл до этого. Особо. У меня его не было никогда. Плойка, да, вторая, но вот GameCube. Никто, не знаю, насколько он популярен был у нас. Мне кажется, не так сильно, как плойка, так как его пиратить сложнее. С его маленькими дисочками. Вот, и эта игра, она входила в стартовую линейку в 2001 году. И у нее очень хорошие оценки. Она признана одной из лучших, входивших в стартовую, и попадает во все топы. Собственно, играем мы сегодня как раз такую версию Power Region. Ну что ж, что нам тут? Я ни разу не играл в эту игру, как вы могли догадаться по названию. Хуй знает, что здесь происходит. Ну, наверное, полеты какие-то, что ли, судя по всему. Иначе не было этого всего. Какие-то самолеты сплошные нарисованы везде. Наверное, полеты. Ну ладно, что греха таить, я видел. Так, как он там? Rogue Squadron 1 на Nintendo 64. И там все завязано на полетах. Я, честно, в полеты давно не играл. Но мне всегда нравилось. Но что-то как-то все не до этого было. Поэтому хочу посмотреть, что из этого выйдет. Ну, собственно, мануал нам нихера не говорит. Для каких-то умалишенных сделано, которые не знают, какую кнопку нажимать, чтобы игра началась. Итак, давайте же окунемся в чудесный мир Звездных Войн. Разработала эту чудесную игру компания Factor 5. Немецкая. Совместно с LucasArts. Когда он еще не просрал все, что можно. Да и Factor 5 загнулась в итоге. И, насколько я знаю, Factor 5 делал и SNES-версию. И еще и Indiana Jones. Они вообще с LucasArts как-то. У них там, не знаю, может, родственники какие-то работают. Factor 5. Может... Лукас немец в корнях, кто знает. Ну, явно у них там какая-то неплохая дружба происходила. Итак, что мы тут, собственно, имеем? Ну, прежде чем начать, позвольте мне еще раз кое-что проверить. Ага. Окей. Теперь я понимаю, почему музычку стандартную мало используют. Чтобы потом хер зальешь на YouTube. Без авторских, чтобы тебе за авторские права там не посадили. Так, что тут у нас? Rock Leaders, Pascots, Game Settings, Video Settings, Sound Settings, Special Features. Что за Special Features? The Test. Teaser Trailer. Давай посмотрим. Люблю всякое такое говно. Чисто теперь Дисней может предъявить. На Ютубе. Ты чё, блядь, День независимости? Thank you.
что-либо. Ну какое всратое качество, а? Окей, это все? Ну ладно. Не то что богато и дорого. Пароли? Пароли? Не знаю, что пароль. Тут же карта памяти есть. Или можно на паролях играть. Who knows? Who cares, как говорится. Ладно, давайте. Вот я просто смотрел. Окей, возьмем новую. Новую создадим. Профайл. Пойдем нестандартным путем, назовем не Эса. Эш, будет. Как вы, непредсказуемый, господи. Так, атака на звезду смерти. Destroy the large deflection towers on the surface, and the TIE fighters defending the approach to the trench. Fly down the trench and fire your proton torpedoes when you're within range of the exhaust port. Так, уничтожение звезды смерти сценарий. Fly over Tatooine, Luke Skywalker's homeworld. Learn flight controls and combat maneuvers, and test your skills in a variety of challenges. Пойти скучным путем и потренироваться? Или забить хер и сразу в гущу событий? Я тоже так думаю. Так. Главное оружие — лазерные пушки. Защита — щиты. Факин — щиты. Так, что тут, паренек? Люк. Люк. Прыгай. Так, блядь. Нажал бы нечаянно. Ёбан, ты по голове. Давай. В гараж отправляйся, мать твою. Так, у нас есть X-Wing. Ну, это классика. Тут что у нас? Дискриминирует кнопки-то. The Y-Wing is the workhorse of the Rebel fleet. It's not quick or flashy, but it gets the job done. The armor on this ship is extensive, and the shields will protect you from just about anything. Which is good, because you won't be going anywhere fast. The Y-Wing is used mainly as a bomber, because it can carry a heavy payload of missiles, torpedoes, and bombs. The other important weapon is the topside ion cannon. Oh, torpedoes. Destroying a target can disable it for later capture. Our cannons have a computer-assisted auto-fire feature, so don't forget that when you're in the heat of battle. Можно медленно идти. Так, ты чувак, далеко не уйдешь. Так, это короче, какой-то бомбер. Почему-то, блядь, тут не указывают, как он называется, а там указывают. Ладно, ну, как я понял, нам это стандартное. На протонных торпедах, собственно. Почему-то он сейчас заведенный стоит. Шел ты. Икс. Makes this the fighter of choice for Rogue Squadron, except when the mission profile disallows it. In addition to four blaster cannons, the X-Wing can carry a number of proton torpedoes. Заткнись, я тебя вообще не спрашивал. Короче, бензина явно не экономит. Он же стоит заведенный в ангаре. Видимо, у этих... Блядь, да заткнись ты. У повстанцев там
Нефть. Халявочная. Как в Эмиратах. Ладно, погнали. Не пизди тут особо. Слушай, тебя уже точно. Дурака. Потом не торпы. Давным-давно в далекой галактике Far Far Away. Мне кажется, за эту музычку меня на Ютубе посадят. Может, убавить на всякий случай. Ах, хер с ним. Так. Это был период войны. Гражданской войны. Повстанческий альянс приготовил массивную атаку против злой империи, короче. Блядь, потом текст теряется, и, короче, надо Death Star уничтожить. Мне кажется, надо звук вырубить. Бля, ладно, пусть не пусть будет, потом я с чем вырежу. Люк Скайуокер и Ведж Антилс. Кто это такой? Два молодых повстанца, блядь, присоединились к Альянсу в храбром... Короче, присоединились. Присоединились, да и ладно. Все там, ну это пиксели какие-то в кашу слились. Угу. Так, надо уничтожить вышки. Так, что у нас тут? Нахуй. С пляжа. Так, это ускорение. Ух. Это замедление. Эль. Одна осталась. Окей. Голубцы, бросайте меня, бегите. Блядь, дети. Где я не вижу? Блядь, нихуя не видно. Ага, вот эти уроды, блин. Так.
Сейчас, на хвоста приседаю. Давай. Готов, чему что? Да я знаю. Вряд ли всех заобьюзил. Да блять, знаю я, что я охуенный. Куда эти уроды, блин? Эх. Так. Ну, вижу. Бля, никого не вижу. Судя по карте, здесь. Вон. Догоняй. Ух. Так, вот он. Угу. Бля, палю во все стороны. Так все что ли, загасили его? Наверное, ребятки сами справились. Ах, щит, задел. Бля, бля. Вот и хряб. Хряб. Вообще здесь лечу. Ух. Как вам такое, сукины дети? Ты мать твою.
force is strong with this one. Дарт Вейдер, что ли? Use the force, Luke. И чё? Как? Печаль. Ты что, теперь заново, что ли? Грустно, конечно. Ну да, попробуем еще раз. Это была тестовая штука. Тестовый заход. Век живи, век учись, да? Бля, вот я не хочу это заново смотреть. А, слава богу. А что за хуйня? Что за хуйня? Угу, прикольная штука. Какой-то визор, блядь, который показывает. Наверное, стоило тренировку-то пройти. Гаси, уродов. Не сбить бы кого-нибудь. Что такая пробка, блин, вокруг этой звезды. Какие там вообще все разбираются. Так, 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 так. Иди сюда, мать твою. А, пушку что-то гасит. Давай, блядь, муха. Ну, забавно. А-а-а.
Выпрямись. Да, надо привыкать к управлению. Ну ты, сука. Так, что там, дофига осталось что-нибудь? Иди сюда, бляха-муха. Да, я кто-то завалил все-таки. Но не я. Ну давай. Ну тут не на время вроде, так что. Блять. Будем уж как в кино прям. Вид с кабины, все дела. Ах! Иногда забываю, какая там кнопка работает. Да, к вечеру это реакция на... Так, как я понял, главное не высовываться отсюда, да? Ты что тут пиздишь, блин? Что нахуй отсюда? Сам use the force. You use the word. Fucker. Fucker. А, ну... Ну, хан. Окей. Что делать-то, блядь? Я не понимаю, что делать, блядь. Эти ебучие, блядь, торпеды использовать. Фак. Теперь понял. Кажется.
Ладно, полетели. Это как-то сверху, что ли, ебаный? Я не помню, как там было. Уля-ля. Я таки догадался. Не, мне нравится этот старый эффект. Так же срато, как в фильме было. Ну, тогда это было охуенно. Такой ретро-эффект. Угу. 9% аккуратности стрельбы. Ну что ж. Нет медали. Ну и... Пошли вы нахер. Мы тут вообще первый раз играем. Какие нам медали? За что медали? The Rebel supply convoy is moving from Yavin 4 to a new base on the planet Hoth. Rendezvous with a second convoy along the way and continue to the destination. Рандеву, говорите? Давайте пройдем тренировку. Мне интересно стало. А что ж там в тренировке-то? Тренировочка. Двадцать минут. Окей. Что делать? В чем тренировка-то, блядь? А я должен был ее искать. Так, стопы. Within the bigger canyon and touch. Race against Biggs and Wedge to Tashi Station. Let's see how fast these things go. Mission failed. Come back and try again. Что произошло тут? Я вроде полетел. Mission failed. You failed. Race against Biggs and Wedge to Tashi Station. You're on, Wedge. Let's see how fast these things go. Просто, блядь, отлететь через эти точки. Ну это ж не весело. Пошел в жопу. Эй. Давай, люк. А, блин, там же должно накопиться. Тебе фотонную торпеду в жопу. Пошел ты. На, это скучная миссия. Слишком долго поехали воевать опять. Он звезду смерти ёбнул. Без вашей тренировки, так что... Засуньте себе вашу тренировочку.
в очку. Так, primary weapon. Weapon. Laser cannons, defense, shield. Available craft. Только один. Доступен. Ну, видимо, надо открывать там что-то. Это как я только начал. Нихера и нет. Люк, use the force. Red leader here. Sensors don't show any sign of the second convoy. Looks like they ran into trouble. This is the frigate Redemption. We'll have to get through this debris before we. This is Redemption. Redemption, this is. Так, чё? Enemy fighters approaching from all directions. We're surrounded. Где? Кто? Че? Сейчас я вам все сделаю, тут не ссыте. Слушайте вашего лидера. Да, еп. Без вас тут, блядь, знаю. Слушай, не скули там, а. Видишь, делаю, что могу. Слушай, может, что-то приказывать им надо, я не знаю. Что надо сделать? Я не помню. Соединиться в этого Мегатрона или как он там называется? Вольтрона. Или я вселенную попутал? Попутал хуй с утиной шеей, как говорится. Так, чё? Куда? Что надо? Чего надо ёбнуть, наверное, этих чертей? Чё, мой приказ? Хуяч. Дебош. Я понятия не имею, как приказы отдавать. Так, ладно, я что-то досмотрелся тут. Заигрался. Приказ. Хуяч. Бей их. Да хули там орешь? Бей. Потерял, блин. Какая-то... Не какая-то ебаная связка ключей.
Я могу поменять. Такое пежи, что ли? Ебаш. Же сам, блядь, ёбну вас тут будет скулить мне тут. Ах. Так. Мочи вот этого гада. Я не вижу нихуя. Надо на карту глядеть. Я уже заблудился в этих... В пространстве и времени. Так, чё, ничего, ничего не вижу. Где? Кто хоть, кто-то есть? А, вон. Фак! Все за тебя, чмошник, иди сюда. Гаси его, Да вот. Ну, это вы скулили, блин. No shit. Да чё ты, гаси. Ну, я научился отдавать им приказы. Я крутой. Сквадронский этот. Лидер. Давай, гаси, гадов. Эх. Лейди. Майский день. Гаси, вот, блядь, летают. Давай, мочи. Чё тебе надо ещё? Да пошёл ты. Ты. Ух. Не вижу нихуя. Гаси там, не знаю. Так. Так, мы сейчас потеряем все транспорты. Транспорта. Так. Так, ну тут что-то... Ебать, нихуя не видно, а? Чё тут, блядь? Давай гаси вот этого урода. Чё, как он... Как...
Ведро с говном какой-то, с болтами летает. Гаси этих мразей. Что там орёт все? Вот этого гаси. С горем пополам, а? Никаких медалей, конечно, за такое дерьмо прохождение не положено. Ну, хоть что-то. Я так не понял, как им команды отдавать, если честно. Когда ты... Ведь из кабины делаешь... Блядь, нажимать R, что ли? Тренинг, блин. Может, там есть? Ну, это, блядь, тренировка сделана через жопу. Летаешь там что-то. Бамбук куришь? Тут что? А там что? Блядь, зверушки ходят. Что это? Some vehicles come equipped with proton bombs. Press the B button to activate the bombing reticule. Press it again to drop a bomb. Try it now. Good job. Надо зверушку, наверное, помочить. Ну, сорян, ребята. Бэм. Того бы еще пизнуть. Ну все, наверное, что? Что надо еще? Окей, ладно, хрен с ним, это что такое? Не хочу я больше бомбы, блядь, кидать. Тут нужно все, блядь, раскидать? Ну ладно, давай все раскидаем. Jabba's palace. Я не знаю, бесконечные какие-то. Ты, блядь, что делать, хуй поймешь. Вот это что такое? You can break hard by jamming on the left shoulder button until it stops. Try it now. Excellent. Все. Кул. Это что? The X button switches between the rear view and the cockpit view. Try it now. Good work. Ну ладно. Это что? Using the C stick, you can rotate your camera. Try it now. Good job. Well done. Well done, boy. Не, погоди, не хочу с этими гонять уродами. Типа зелененькое что получилось, что ли? Это что? You can accelerate your craft by gently squeezing the right shoulder button. Try it now. Good job.
To use your ion cannon, simply hold down the B button for a short time and then release it. Try it now. Ooh. Ничего. Где Гуджеп-то? Не Гуджеп, что ли? Ладно, хер с ним, давай дальше. Не пойму, что им не нравится. To use your ion cannon, simply hold down the B button for a short time and then release it. Try it now. Блять, надо успеть еще за время, что ли? Еще 15, блять, еще 15 минут нафиг дается. You can get a speed boost by jamming hard on the right shoulder button until it stops. Try it now. Фак. Что от меня надо, блин? Я уже использовал. Конечно, я, блядь, залетел в эту херь, когда у меня шкала не заполнена. Окей. Okay. Да, блядь, я думал, надо послушать, когда он пиздеть прекратит. Так, ладно. You can slow your craft by gently squeezing the left shoulder button. Try it now. Good job. Sometimes a command cross will appear in the upper left portion of your screen. This is the communications cross. Each direction on the cross corresponds with a direction on your D-pad. Try pressing the D-pad now. Excellent. А, вон что, команды появляются. Не надо крестом нажимать, окей. Тут что? You can get a speed boost by jamming hard on the right shoulder button until it stops. Try it now. Excellent. Excellent. Тут что? Use the Y button to call up your targeting computer. Try it now. Excellent. Так, это гонки. Саны. Это что такое? Bullseye 20 Womp Rats in 30 seconds. Там музычка развеселая, да, давай, гаси. Убивай животных. Какой-то молодец. Вот и зайчата бегают на лужайке, пасутся. Добрые. С родителями. Так, я не хочу, блядь, пока. Убиваю, надо убить их. Try it now. Bullseye 60 womp rats in 30 seconds. 60? Are you fucking kidding me?
destroyed more than 60 Womp Rats. Не надо больше меня просить убивать. Come on. Press the green button and then release it. Press it again to link your lasers. Good work. Че? Просто ебашь зеленую кнопку. Очень сложно, да. Ну, видимо, это все. Race against Biggs and Wedge to Tashi Station. Ну, что-то больно гонять-то. You're on, Wedge. Let's see how fast these things go. The fuck is that? Блять, эти дебилы, они рулить не умеют ни хера. Тоши, блять, кто там? Почему он не взрывается, я взрываюсь? Что-то bullshit. Ты чё? Race against Biggs through Beggar's Canyon. Да я пору его. Taking the shortcut. It's a little complicated, but a good way to test your flying skills. Let's go, Biggs. I'm up for the challenge. Come back and try again. Да пош, блядь. Вылетел из каньона, что ли? Ну ладно. Race against Biggs through Beggar's Canyon. Luke, I'm taking the shortcut. It's a little complicated, but a good way to test your flying skills. Let's go, Biggs. I'm up for the challenge. Mission failed. Да, ёбаный рот. Надо, наверное, тормозить слегка на поворотах. Race against Biggs through Beggar's Canyon. I'm taking the shortcut. It's a little complicated, but a good way to test your flying skills. Let's go, Biggs. I'm up for the challenge. Let's go. Mission failed. Ну, я, видимо, проёб. Блядь, да пошли вы нахуй. Надоело мне его. Я понял, как играть. Идите в сраку. Tatooine, Luke Skywalker's homeworld. Learn flight controls and combat maneuvers, and test your skills in a variety of challenges. У меня аж башка закружилась, блин. Так, что-то у нас миссия. Битва за Хоф. Хоф.
Rogue Squadron must hold off the advancing Imperials. Окей. Если тут все такие миссии из фильмов, прямо самые ключевые, то что же было в первой части? Спидер. А чё? Ну они все одинаковые. Смысл бегать не вот это, я не понимаю. Драпанта, наверное, типа, смотрите, как мы умеем. Ну давай. Такой корыто, если честно. Как он вообще летает, на чем? Ну там что вообще, затяга? Реактивная, по-моему, обычно. Так. Awaiting your orders. Нам надо было загасить их, а что-то не понял. Да, и убьете там его кто-нибудь. Это ебло утиное какое-то проползло. Хрен знает, надо их все гасить, нет? Ладно, пойдем в гущу. Мои ребятки куда-то съебнули, куда-то к пушкам. Ты чё там, блядь? Давай больших ребят гасить. Так. Just hold your ground. Copy, Commander Skywalker. We'll hold up here. Гаси вот этих уродов. Я не знаю, что делать. Бегите отсюда, глупцы. Я
Бля, я хуй знает, это как сгасить. Как, блядь, эти веревочки-то выпускать? Head back to base, guys. You've done all you can. We copy Commander Skywalker, sir. We can't do more. Типа, блядь, съебать отсюда. The Imperials have hit the ion cannon. The transports will never make it out of the system now. Такой радостный. Ребята, мы тут проебали. Че ты радуешься? Люк. Да-да, погнали. Сначала загасим этих уродов. Так, блядь, наверное, эта херня не важная, но лучше их загасить. Слушай, а мне кажется, в первом сквадроне тоже была эта миссия. Она везде есть. Самая популярная миссия, господи. Грех или не? Ох, нихуй. Давай, гасите. Что случилось? Все живы? Все целы? Так гаси их. Домой идите, что говорит. Сорян. Пардон. Один. Ну это ежу понятно, все смотрели кино. Какие человечки там было. Как тараканы ползут. Как штаны насрали, как будто все. Дик! Ну, это, конечно, детская уловка. Вырыть им ямы с кольями.
Пусть они попадут и наткнутся. Ловушку. Растяжку давайте сделаем. Так, а как? Да блядь, я не знаю. Давайте еще гарпуньте их. Бластеры не берут же, сказали. Еп. Как, блядь? Так, погоди, что надо сделать? Слово Advancing Pre-Walkers. Замедлить, блядь, как? Под колесами брызг, что ли? Может, там можно найти какую-нибудь точку на них? Все не то. Может, там надо, блин? В мире вас загашу. Блин, они сюда идут. Ну что, блядь, на него наколоться, что ли? Ну я же замедлил его, да? Что какой-то гарпун можно взять, это непонятно. Бля, вот в этой игре еще плохо, ни хрена не объясняют, что надо делать-то. Что, блядь? Я, блядь, как вам должен гарпун этот сраный? Он вообще есть. И команды такой нет. Ух. Что-то я зарядил.
какую-то шкалу, я хуй знает. Может, вот это? Бля, я понятия не имею. Мне надо заново проходить, чтобы послушать еще раз, что он там пиздит. Бегите, крысы! Надо... Ну, как они чешут. Да что они там? Ну и достигли, и что? И что он там сидит? Два человека в этом... шагуне этом. Ладно, сейчас еще раз посмотрим. Гаси этих уродов. Rogue leader, we're getting pounded out here. What should we do? Attack those cannons. Copy, Commander Skywalker. Going after the cannons. Блять, пушки еще. О чем вы говорите, мать вашу? Так, подох. Сколько там осталось этих чертей еще? Может, надо сюда? Мне тут заперто. Так, слушаем, что он там говорит. Может, он скажет, где гарпун брать? Использую гарпуна, ага. Окей. Ребята, вы там не поможете. Это тараканы по сравнению с этими шагунами. Skywalker is down. Wedge, lead
the attack against the walkers. Okay, Rogue Group. Stay on these walkers. Use your tow cable to break down as many as you can. Awaiting your orders. Так, и как эти кабеля, блядь, использовать? Нужно надо близко подлететь. Блять. Ну ладно. Что-то там зацепил, по-моему, нет? Главное, не... Ха-ха, получил чмошник. Следующее говно. Сейчас я вас всех тут... Теперь я понял, что вы с нами делаете. Пытается меня палить там что-то. Я тоже буду во все стороны хуячить. Блять. Кого, чего? Где? Я не понял нихуя.
Чубака, что ли, там заорал? Короче, блядь, этим дуракам надо просто команды раздавать, иначе они тупо летают и бамбук курят. Чубака там. Блин, они даже не самонаводящиеся эти торпеды, блин. Блин, ну чё за галактика далёкая-далёкая там? Упс. Гаси, уродов. Да давно пора, ёп. Ну что ж. Нет медали тебе. Не, ну, я изучаю, что-то надо делать для начала. Потеряно дружественных войск 28. Для следующей медали надо 32 потерять. Серьезно? Что тут еще есть? Locate the Imperial installation and inflict as much damage as possible before Imperial reinforcements arrive. Ну что ж, идея мне нравится. Как можно больше повреждений нанести. Так, Y-Wing, окей. Так, секундочку. Надо
отлучиться на 5 сек. Так, ну и что тут у нас? Ой. Что тут надо делать? Sensor reading. Might be Imperial. Stay alert and watch out for fighter patrols. Copy, Rogue Leader. Standing by. Нихуя уже не в смысле тут. Куда крутиться-то, ёпта? Ёпта. Врезался в камень нечаянно. Bunch of son of a bitch. Oops. Whoops. Что за хуйня? Fuck. We can create a gap in the shield by knocking out some of the projectors. Maybe I should switch my ion cannons. Да пошли вы все. Я тут лидер, сквадрон лидер, ёпта. 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 А вы ничтожество. Давай, гаси. Ну конечно, а что вы, блядь, еще делать будете? Ну пока отдыхайте, да? Я тут полетаю. Тут, блядь, даже думать не надо.
Кто меня гасит? Ух ты, сукин сын. Смотри, какой сучок, а. Да, привязался, а. Чуть не врезался, блядь. Что за хуйня там? Before Imperial reinforcements arrive, don't forget that your craft is equipped with ion cannons. Я не понял нихуя, но... Мне сюда. Уа-уа-уа. Хуй знает, что это, блядь, такое. Ладно, что-то я уже не вдупляю, молясь. Ладно, попробовал игру. Ну, вроде забавно, что. Прикольно. Может, когда-нибудь продолжу. Может, нет, не знаю. В общем, это «Звездные войны». Классические битвы на новый старый лад. Сколько можно вот этот хоф уже, не знаю, доить, я не знаю, и что там еще было? Звезду смерти? Ну, прикольно, все равно. Как опыт поиграть. Как опыт. В общем, выглядит приятно, летается приятно. Ладно, всем спасибо, кто был с нами сегодня. И увидимся в следующий раз, наверное, на более классической игре какой-нибудь. Здесь 90-х. Так что до встречи. Пока.